Друзья, всех приветствую. С вами интернет-магазин antlife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами iPhone 5 черный, iPhone 5 белый на 16 гигабайт. Это iPhone версии Refurbished. Попробовали мы заказать. Приехали к нам вот такие вот телефончики. Данный видеоролик я буду записывать не как обзор этих смартфонов, потому что в сети очень много профессиональных обзоров этих моделей. И, в принципе, модель уже не новая. Поэтому, как таковой обзор, я лучше буду делать для вас обзоры на Android-устройствах, потому что в Apple-устройствах я не особо разбираюсь. Больше записываю этот ролик для тех, кто захочет купить эти модели у нас на сайте, у которых возникнут вопросы, что такое Refurbished, в каком состоянии телефоны, что это вообще за телефоны, оригиналы, не оригиналы, залоченные, разлоченные телефоны. Вот для них я в большинстве случаев снимаю этот ролик, ну и для всех тех, кто захочет купить себе восстановленный iPhone, iPhone 5, приезжают эти iPhone вот в таких вот коробках, вот беленький, вот черненький. Давайте по комплектации и потом перейдем к самому смартфону. Коробки вот такие. Здесь есть вот такие вот надписи. Это восстановленные оригинальные iPhone Refurbished. Что такое Refurbished? Refurbished — это значит, что смартфон был по тем или иным причинам возвращен на завод. Либо это было в предпродажной проверке был выявлен какой-то брак. Либо это было так, что этот телефон даже был продан, и по любой причине покупателя он был возвращен продавцу. Refurbished, да, это восстановленные смартфоны на заводе Foxconn. Они полностью новые, они в идеальном состоянии. Бояться Refurbished не стоит. Коробки. Коробки вот такие. Я, если честно, не знаю, вот как, допустим, должен выглядеть оригинал, потому что я никогда айфоном не пользовался. Для меня эта техника несколько неудобна в плане операционной системы. Мне не нравится операционная система у айфонов. Коробки, в общем, вот такое вот. Вот такие аксессуары. То же самое в коробке в белой. Есть документация. Есть скрепочка для открытия слота под симку. Сим-карта здесь всегда одна, естественно, потому что это iPhone. Ну, вот этим всем, в принципе, мне iPhone не нравится, но в плане удобства самого устройства по размерам это очень, как бы, достойный вариант, я считаю. И были бы они на две симки хотя бы, ну, может быть, я бы задумался. Вот такие вот аксессуары. Зарядка. Ну и кабель. По состоянию телефонов, которые приходят, это полностью новые заводские оригинальные смартфоны. Здесь ничего, никаких потертостей, ничего. Восстановленный — это не значит, что он бэушный. Телефон в идеальном состоянии, ну, как бы, можно рассматривать очень долго. И то же самое касается и белого варианта. Сзади вот эта вот пленочка, ее можно поднять, допустим, если будете получать на новой почте, и так вот примерно посмотреть, что это такое под пленкой, что он новый, что он там без царапин и так далее. То же самое касается переднего экрана. Здесь все идеально, здесь никаких царапин нет, ничего нет, все отлично. Белый вариант точно такой же, все грани металлические, все идеальное, нигде никаких следов использования нет. И это очень важно, модели полностью новые. То же самое касается передней панели. Ну, нет здесь ни царапин, ничего. Ну, по состоянию задней крышки тоже все можете видеть. Это все пленочка, но пленочка опять же подымает. Белый iPhone я включать не буду. Там он у меня требует сим-карту, я его еще не включал полноценно. А вот черный я включал, сим-карту вставлял, он меня уже пропустил
в свои настройки, в свою менюшку. Полностью оригинальный iPhone. Как бы все супер, все отлично. Заходим в настройки, основные. Данная модель поставляется вот на прошивке 8.3. Есть IMEI, есть серийные номера и по камере. Все классно. Оригинальный заводской стандартный iPhone. Он разлочен, можно пользоваться любым оператором. То есть нет привязки к какому-то определенному оператору. Все в этом плане тоже хорошо. Все смартфоны, айфоны и смартфоны на андроиде мы все обязательно тестируем. Мы ставим сим-карту, проверяем Wi-Fi, проверяем Bluetooth, делаем проверочный звонок с телефона, чтобы в нем работала сеть, работали динамики, микрофоны, чтобы все его функции работали. Проверяем обязательно камеры, автофокус, вспышку, все тестируется. Поэтому, в принципе, вот такие вот эти айфоны refurbished у нас. К тем, кто будет хотеть покупать эту модель, вот смотрите. Добавлю от себя, что новый, полностью новый. Я, правда, не понимаю, каким образом они могут быть новые, так как модель выпускалась уже более 3 лет назад. Но, допустим, в Цитрусе новый стоит порядка 10 тысяч гривен. Цитрус также продает эту модель и в версии refurbished. Refurbished у Цитруса стоит порядка 8500-8600. А у нас же эта модель стоит в районе 6500-6600 гривен. Вот такая вот разница, и как бы задуматься есть о чем. Не знаю, чего здесь бояться, чего, за что переживать. Абсолютно новые оригинальные айфоны в памяти 16 гиг. На этом все, спасибо за внимание. Если у кого будут вопросы, ну, то же самое могу повторить вам по телефону, что такое refurbished, объяснить на своих словах. Спасибо, всего доброго.